В эфире телерадиокомпания «Шебекино». В студии Антон Ефременко. Здравствуйте. Самые интересные события из жизни города сегодня в нашем выпуске. В Шебекино прошли увлекательные лыжные соревнования. Товарищеский матч по хоккею среди сотрудников полиции и обучающихся средней школы номер 5 собрал любителей данного вида спорта. День студента отметили в Шебекинском техникуме промышленности и транспорта. А теперь об этих и других событиях подробнее. «Бросай курить, вставай на лыжи» поется в одной известной песне. И действительно, лыжный спорт – отличная альтернатива вредным привычкам. О том, как в Шебекино проходил лыжный кросс, в репортаже наших корреспондентов. Лыжи в России всегда являлись одним из ведущих зимних видов спорта. Человеку, ни разу на лыжах не стоявшему, может показаться, что передвигаться с их помощью – дело невероятной сложности. Однако девчонки и мальчишки доказали обратное. Бег на лыжах не только интересное, но и весьма полезное занятие. При движении работают все группы мышц. Кровь насыщается кислородом, улучшается настроение, а соревновательный дух добавляет азарта. Каждому участнику хочется победить. Праздник лыжного спорта пришел и в наш город. Более 100 человек различных возрастных групп приняли участие в соревнованиях. Открыла лыжный праздник Анна Михайловна Кочерова, заместитель главы администрации Шебекинского района по социальной политике. Приветствовать вас здесь в этот, слава богу, снежный денек. Вы знаете, в нашем районе не просто строятся и сдаются спортивные объекты, но и очень отрадно, что пропагандируются разные виды спорта. И все это благодаря работе в том, чтобы наши дети были здоровыми, жили только здоровым образом жизни и, конечно же, занимались спортом. Я хочу всех вас поздравить с сегодняшним событием, пожелать вам успехов, хорошего спортивного настроения, ну и, конечно же, побед. Наконец-то и в Шебекино появилась лыжная трасса. Она находится в районе плавательного бассейна «Дельфин» на берегу реки Нежигаль. Соревнования проходили в два этапа. Первыми стартовали младшие участники кросса. Дистанция не показалась им сложной. Снег летел во все стороны. Ребята усиленно работали руками, рвались вперед к победе. Набрав скорость, некоторые не могли удержать равновесие и падали в снег. Соревнования выявили самых ловких. Победители получили заслуженные грамоты и награды. День студента, или Татьянин день, стал официальным университетским днем, который праздновали еще в 18 веке. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, студенческие традиции сохранились и по сей день. Уважаемые жители Шебекинского района, я хочу поздравить вас от лица Шебекинского техникума промышленности и транспорта с этим замечательным праздником, Днем студента и Татьяниным днем. Желаем всем учиться на отлично. Далеко не секрет, что студенчество – самая яркая и светлая пора в жизни, пора свершений, начинаний и уникальных открытий. Подтверждение тому, обучающиеся Шебекинского техникума промышленности и транспорта по традиции отметили этот праздник творческим концертом. Студенты подготовили интересные номера самодеятельности. Кто-то покорял сцену впервые, а кто-то выступал как уже сложившийся артист. Под всеобщие аплодисменты ребята удивляли сверстников.
Возможность раскрыть свой талант выпадает нечасто, но в этот день сцена была отдана студентам от начала и до конца мероприятия. Студенческая жизнь разнообразна. Талантов много, и, как считают преподаватели, лучше их раскрывать в молодости. Мы, конечно, в целях профориентационной работы приглашаем в наш техникум, Шебекинский техникум промышленности и транспорта. Этот техникум считается одним из таких ведущих учебных заведений Белгородской области, и мы будем вам очень рады видеть в стенах нашего учебного заведения. В этот день сотрудники отдела молодежной политики пришли поздравить преподавателей и самых активных студентов. Хочется поздравить как молодежь, так и ваших преподавателей. Вообще студенчество – это самая лучшая пора в жизни. Они всегда вспоминаются с радостью, с улыбкой на лице. И хочется в преддверии вашего профессионального праздника пожелать вам, чтобы вам как можно дольше было о чем вспоминать ваши студенческие годы. Мероприятие завершилось всеобщими аплодисментами, и все присутствующие унесли с собой частицу хорошего настроения. Студенчество – это, наверное, самая лучшая пора в нашей жизни. И в этот день я хочу пожелать всем студентам оставаться веселыми, предприимчивыми и находчивыми. Желаю вам встретить на своем пути хороших преподавателей и верных друзей. Всех вам благ, друзья! Празднование продолжилось в модельном дворце культуры, где прошел городской конкурс «Суперстудент». Указ президента России номер 76 от 25 января 2005 года о Дне российского студенчества официально утвердил профессиональный праздник российских студентов. Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, и Татьянин день стал официальным университетским днем. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. Специально к этому празднику во Дворце культуры прошел конкурс «Суперстудент», в котором приняли участие Павел Гоголев, студент третьего курса Шебекинского техникума промышленности и транспорта, Ибрагимова Александра, студентка первого курса Шебекинского агроремесленного техникума, и Порошкина Елена, студентка четвертого курса Шебекинского техникума промышленности и транспорта. Для выявления суперстудента участники соревновались в трех конкурсах: визитная карточка, импровизация и конкурс творческих талантов. На протяжении всех этапов студенты показывали свои лучшие качества. Но, как говорится, удача благоволит сильнейшим. В конкурсе «Суперстудент» победил Павел Гоголев. Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы. Согласно народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь горячее сессионное время. Уважаемые поклонники театрального искусства! Ждем вас 30 января в Шебекинском дворце культуры на премьере спектакля в исполнении актеров Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина «Филумена Мартурана». Начало спектакля в 18:00. Билеты уже в продаже. Телефон для справок 54203. В рамках общероссийской акции «Студенческий десант» ОМВД России по Шебекинскому району и городу Шебекино совместно с представителями общественного совета 23 января провели товарищеский матч по хоккею среди сотрудников полиции и обучающихся средней общеобразовательной школы номер 5. Небольшая разминка перед матчем, и ровно в 13 часов на ледовой арене «Айсберг» прозвучала хоккейная сирена. Команды вышли на построение. Перед спортсменами выступили организаторы соревнований, начальник ОМВД по Шебекинскому району и городу Шебекино Виктор Алексеевич Баркалов и директор общеобразовательной школы номер 5 Валентина Степановна Воротеля. Матч начался. Несмотря на свой статус товарищеский, хоккейный поединок, как и подобает, получился весьма напряженным и очень эмоциональным.
Не мудрено, что для вышедших на лед хоккеистов важнее скорее был сам процесс игры, нежели итоговый результат. Мы на территории Шебекинского района под эгидой общественного совета, вот в лице директора 5-й школы вратаря Валентина Степановна, решили принять участие в этой акции и провести спортивные соревнования. В принципе, такие соревнования мы проводим ежегодно. Раньше мы встречались на соревнованиях по волейболу, футболу, а в этот год решили принять участие в соревнованиях по хоккею. Тем более, что с открытием замечательной ледовой арены в Шебекино, ну, грех не сыграть на таком льду. Сегодня встречается сборная команды МВД России и сборная школьников и студентов. Я надеюсь, что игра эта будет честной, ну и надеюсь, что она будет способствовать укреплению связи полиции со студенчеством, со школьниками, повысить имидж шебекинской полиции. Высокие скорости, замысловатые комбинации, точные броски и великолепные сейвы вратарей придавали матчу зрелищность. А отсутствие грубости и витающее над площадкой праздничное настроение заряжало участников позитивом и положительными эмоциями. В школе наряду со всеми другими программами есть программа «Растим патриотов России». В рамках этой программы нас очень тесная дружба связывает с нашими работниками полиции. В течение нескольких лет мы проводим спартакиаду межведомственную «Школа и полиция». В течение прошлых лет она заключалась во встречах по волейболу, шашки-шахматы, по встрече по стрельбе, сборка-разборка автомата и другие виды спорта. В этом году по согласованию с Виктором Алексеевичем, начальником полиции, мы решили расширить рамки нашей спартакиады и выбрали такой интересный вид спорта, как хоккей. С учетом того, что в школе есть несколько команд, и с учетом того, что бывшие выпускники, а теперь наши родители, продолжая традиции школьные, заливают возле школы каток, и практически все дети имеют возможность и доступ к тому, чтобы научиться кататься на коньках. Особой гордостью школы являются хоккейные команды. Они у нас разновозрастные. Второй год они являются победителями турнира в районе. И в прошлом году были призерами области. В этом году мы решили встретиться с нашими друзьями, работниками полиции. И очень интересно был подход выбран к этой встрече. Заинтересованы были не только дети, но и родители. Сегодня на льду две возрастных команды. Одна из них, как мы называем, маленькая, вторая – средний возраст. А третья состоит из бывших выпускников, теперь родителей. Вся школа ждала этой встречи. Конечно, здесь бы сегодня всем хотелось быть, поболеть за наших ребят, потому что они в этом году тоже стали победителями среди школ, среди команд по хоккею. И с большим нетерпением мы ждем результат. И знаете, это не только соперничество, это такая эстафета передачи мужества, силы, дружбы, социума. Шебекинцы, награжденные высшими знаками отличия, званиями Герой Советского Союза и Герой социалистического труда, навсегда останутся в памяти горожан. Мы находимся у мемориального комплекса, посвященного шебекинцам, которые прославили родной край ратными и трудовыми подвигами. Он создавался как народный памятник, как благодарность детей своим родителям, дедам и прадедам. Создание комплекса продолжалось несколько месяцев. В нем участвовали не только строители-профессионалы, но и простые граждане. Они вышли на общегородской субботник и внесли свой посильный вклад в возведение мемориала. Его торжественное открытие состоялось 1 сентября 2003 года. Мемориальный комплекс состоит из двух взаимосвязанных частей. Памятника в честь шебекинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и аллеи славы, посвященной шебекинцам, прославившими наш край ратными подвигами и трудовыми достижениями. Вход на мемориальный комплекс выполнен в виде арки, которую образуют звезды салюта. Они символизируют выдающиеся достижения Шебекинского района, его жителей в военном деле и мирном труде. Открывает мемориал «Аллея славы», на которой представлены фотопортреты шебекинцев, награжденных высшими знаками отличия, званиями «Герой Советского Союза» и «Герой социалистического труда». Здесь же представлены основные события Великой Отечественной войны. Более 11,5 тысяч наших земляков пали в боях за Родину. Им, а также всем тем, кто навсегда остался во взорванном окопе, в своей боевой машине, в синем русском небе, кто так и не покинул корабельной палубы, посвящается мемориал памяти.
Центром мемориала является скульптурная группа, созданная известным петербургским скульптором Могилевским. Она включает в себя фигуры трех советских воинов, идущих в атаку. Перед ними горит вечный огонь. Памятник был открыт 5 августа 1993 года. Позади памятника полукруглая стена, где находятся плиты с именами 1150 шебекинцев, погибших в годы войны. Здесь также находится плита с именами героев Советского Союза, погибших и похороненных на территории нашего района. Уважаемые шебекинцы и гости нашего города, 29 января в 18:30 приглашаем вас на концерт известного юмориста Сергея Дроботенко. Артист, выступающий в программе «Аншлаг» и других юмористических передачах. Сергей Дроботенко – один из лучших специалистов в области смехотерапии, способный развеселить унылых и печальных зрителей. Впервые такой богатый юмористический концерт со звездой эстрады пройдет в нашем городе. Ладно, деваться некуда, 3 часа до поезда. Поехали! Ну, красота, Петергоф. Как сказал классик, тополиный пух, жара, июнь. Подъезжаем. Вот она, банька. Вот она, банька. Как-то название меня сразу встревожило. Баня Реквием. Вы услышите новые номера, зажигательные шутки и полюбившиеся монологи. Приходите, и вы не пожалеете. Билеты в продаже кассы Дворца культуры. Телефон для справок 54203. Уважаемые шебекинцы, 4 и 5 февраля в Шебекинском дворце культуры состоится 19-й районный фестиваль военно-патриотической и солдатской песни «Афганский ветер 2015». Регистрация и прослушивание участников проводится с 12:00 4 числа в модельном дворце культуры. Гала-концерт фестиваля состоится в 15:00 5 февраля. Сегодня в нашей рубрике «Из просторов интернета» мы расскажем о необычном фестивале, который стартовал в этом году. Ежегодно в Китае в городе Харбин проходит фестиваль ледовых фигур уже на протяжении 10 лет. На создание многих фигур уходят сотни кубометров льда. Сказочные фигуры, которые благодаря иллюминациям переливаются десятками ярких оттенков, завораживают посетителей своей необычайной красотой. На постройку ледяного города было задействовано 10 тысяч человек, которые круглосуточно возводили город. В то время температура воздуха в среднем составляла минус 15 градусов. Сказочный городок, напоминающий Диснейленд, необычно красивые постройки с подсветкой светодиодов. Все это привлекает огромное количество туристов. На этом наш выпуск завершен. Над его созданием работали Антон Ефременко, Лилия Гоголева, Иван Сомкин, Алексей Коновалов и Валентина Ягупова. Следите за новостями и оставайтесь с нами.